минут станет еще лучше. Ровно. В этом матче команда сыграет по схеме 4-5-1. Да, тренер решил предельно насытить опорную зону. Он в составе представлен на поле. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Минут станет еще лучше. Ровно. В этом матче команда сыграет по схеме 4-5-1. Да, тренер решил предельно насытить опорную зону. Он в составе представлен на поле. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Минут станет еще лучше. Ровно. В этом матче команда сыграет по схеме 4-5-1. Да, тренер решил предельно насытить опорную зону. Он в составе представлен на поле. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Минут станет еще лучше. Ровно. В этом матче команда сыграет по схеме 4-5-1. Да, тренер решил предельно насытить опорную зону. Он в составе представлен на поле. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Минут станет еще лучше. Ровно. В этом матче команда сыграет по схеме 4-5-1. Да, тренер решил предельно насытить опорную зону. Он в составе представлен на поле. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Минут станет еще лучше. Ровно. В этом матче команда сыграет по схеме 4-5-1. Да, тренер решил предельно насытить опорную зону. Он в составе представлен на поле. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто.
Отнять у него мяч не так-то просто. Не получилось. Минут станет еще лучше. Ровно в этом матче команда сыграет по схеме 4-5-1. Да, тренер решил предельно насытить опорную зону. В том составе представлен на поле. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Минут станет еще лучше. Ровно в этом матче команда сыграет по схеме 4-5-1. Да, тренер решил предельно насытить опорную зону. Отнять у него мяч не так-то просто. Не получилось.